вознаграждение с помощью технологии блокчейн. Подразделение по путешествиям и торговле American Express подало в ведомство по патентам и торговым знакам США патентную заявку о новых методах защиты персонализированных баз данных клиентов на основе блокчейн. Информация о клиентах, которая используется для вознаграждения их за пользование услугами компании, будет храниться и обновляться с помощью блокчейн. Это сделает ее сохранность более безопасной и защищенной.